Добрый день, Хиба Буэнос Тардес. Мы прилетели в Барселону сегодня 15 июня. Летели с туроператором Annex Tour на Azur Air. Вылетели в 7.20, прилетели в 11, то есть у нас дорога заняла 3 часа 40 минут. Температура за бортом 22 градуса, как нам сказали в самолете. Чувствуется немножко прохладно, но солнышко. Будем дальше проходить паспортный контроль, забирать свой багаж. Чемоданы забирать свои, да, правильно, Кирусом. Будем забирать свои чемоданы, искать трансфер и ехать в гостиницу. Да, на море будем. Мы будем ехать на море по дороге. Что будем? По дороге я буду показывать что-нибудь интересное и красивое, потому что пейзажи самолета были просто невероятными. Да. Море синее-синее, даже с такой легкой голубизной. С высока это смотрелось просто невероятно. Так что будем ждать дальше, что будет дальше. Выдача нашего багажа немножко затянется. Мы прошли паспортный контроль, теперь находимся в зале, где можно забрать свой багаж. Мы смотрим на табло, откуда мы прилетели. Тут должно быть написано Киев-Борисполь. Да, Киев. И на ленте будем искать свой багаж и потом искать трансфер. Когда забрали свой багаж, мы направляемся к выходу, чтобы найти представителя, свою принимающую сторону, найти свой трансфер и куда нам ехать, в принципе. Вот оттуда мы выходим и, в принципе, можем найти спокойно своего представителя Annex Tour, который будет вот тут стоять. Анастасия сказала, что нам нужно искать 128 автобус и повернуть налево. Так, мы поворачиваем налево. Наверное, вот там. Мы поворачиваем налево и пока как-то пытаемся найти свой автобус номер 128. Можно сесть на такси. Если у вас нету своего трансфера. Вдалеке стоят автобусы, на другой стороне стоят автобусы. Сейчас попытаемся найти, где именно наш номер 128. Так. Стоит Annex Tour с табличкой номер 114. Так, конечно, не оставляют. Да, можно как бы спросить, если что. Наши представители везде. Что они тебе сказали? Проходим дальше, ищем 128? Точно! Бинго! Так что, в принципе, если не знаешь, куда идти, то наткнешься по-любому на наших представителей. Они чуть ли не за ручку доведут, покажут, все расскажут. А вот, кстати, наш автобус номер 128. Все предельно просто. А теперь маленький лайфхак для тех, кто путешествует не один. Какая-то часть остается, мужчина, например, остается получать багаж, как сделал это мой папа. Мы же с мамой пошли и заняли самые лучшие места в автобусе, вот на первом ряду. И мы будем всю дорогу видеть панораму и все виды, так что просто великолепно. Там еще по поводу детей. А, да, и по поводу детей еще. Когда мы проходим паспортный контроль, туристы, которые приехали с детьми, идут в отдельную очередь.
Получается, что две очереди. Одна более длинная, которая без детей, для взрослых. И короткая, которая семьи с детьми. Потому что дети уже устали после дороги, капризничают. Они хотят уже побыстрее сесть в автобус, попить водички, покушать, может быть. Поэтому те, кто путешествует с детьми, могут сэкономить свое время, получить багаж, либо же оставить кого-то, чтобы кто-то получил свой багаж и занять место в автобусе. Все просто.